Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня снова я выбрался на коп, на этот раз со своим комрадом-товарищем. Вот, приехали мы на новое место, здесь еще не копали. Выбрал это место комрад, посмотрим, что здесь интересного можно будет нарыть, накопать. Сегодня у нас 26 градусов, теплы, легкий ветерочек. Сейка тут рядом. А вот места очень красивые. Посмотрим, что у нас получится. Ну все, до включения. Итак, ребят, ходим минут 10. Но пока что никаких толком сигналов нет. Здесь присутствуют следы пребывания людей, а также следы пребывания прохождения зверей. Пока что никаких толком находов нет, только банки консервные, да всякая чернина звенит. Вот. Ну посмотрим, что найдем. Дальше, если что-то интересное будет, включусь, покажу. Наткнулся на какой-то сигнал. Такой спорный. 62, 45, 29, 46. Короче, тройка, четверка прыгают сегмент довольно глубоко. Посмотрим, что там. Так, ну вот раскопал, короче. Дальше, так понимаю, что копать можно не копать. Стабильно чернина. Не думаю, что что-то интересное здесь найду. Ладно, походим дальше, посмотрим, сейчас зароем в ямку и пойдем дальше. Так, ребят, первый более-менее сигнал. Вот я уже выкопал. 44-45. Прыгал, я уж не надеялся, что здесь что-то можно найти. Сейчас посмотрим, что это такое. О, вот она. Гильза. Гильза. Чего? Не видно, непонятно. Так, ну ладно, первая находка есть. Положим в сумочку. Походим дальше, посмотрим, что нам принесет это дивное по красоте место. Так, чуть-чуть отошел от ямки. Снова сигнал. Прыгает. 77, 57, 49, 46. Кого-то заглушается. Но сейчас проверим, что это такое. Копнем, включусь, покажу. Так, вроде выкопал. 37, 40. Здесь сигнальчик у меня. Тут рядышком сигнальчик. 44-45, не очень глубокий, сантиметров 10, наверное. Так, это давайте посмотрим, что у нас тут. А, вот. Так, че? Это вот фигня. Вот это какая-то фигня. А, все понятно, это что-то, ну, короче говоря, крышка подобная что-то. Ладно, бросим. Так, ну давайте сразу посмотрим, что здесь. Посмотрим, что тут. А потом зароем ямки обе. Так, вроде выкопал. Давайте посмотрим. О, опять гильзач.
такой же. Так, ладно. Так, закапываем. Наглядно демонстрирую, что я закапываю ямки, как добросовестный копатель. Так, ну все, пошел я дальше смотреть, что тут еще есть. Снова сигнал. 47, 42. Сейчас проверим. Гильзач, наверное. А? Две гильзы. И этот кусок пробки или что-то такое, какую-то хрень. Не получится. А? Не получится. Что нашел? Монету. Какую? Монету, типа. Какую? Может быть, что даже это? Шведская. Старая очень. Похоже на шведа. Что за? Тут вообще это ничего не понятно. Отмочить надо, это говно. Че? Патрон ушел? Вот такой тоненький. Тоненький и круглая шляпка. Это я еще до тебя нашел. Какой-то вообще необычный. Необычный, да. Тут что, какая-то фигня. А? Медная это. Обойма. Обойма, да. Тридцаточка, короче. Где-то он тут. Наверное, что-то фольгообразное. О. Шмурдина. Погнали дальше. Вот 45-46. Копнем. 41, короче. Сейчас залезем, посмотрим. Что-то не глубокое. О! Опять гильзач. Но этот уже убитый. Фу. Ну да. Зеленый весь. Тоже непонятно от чего. Да и фиг с ним, все он сломанный. Третья гильза за сегодня. Отошел от деревьев. Вот еще сигнальчик. Непонятно, сейчас посмотрим, что это такое может быть. Земля хорошо копается, сухая. На лопату не налипает. О, вернулся. 43, 43, 37, 41. Так, хорошо. Копнем еще. Опа. А? Видите? Видите? Видите вот это? Четвертый. Гильзач. Я прям сегодня повелитель гильз. 66, 52. Полтинничек.
Сейчас копнем, проверим, что у нас здесь такое. Фу, жарко. Жарко вообще невыносимо. Ага, что-то тут рядышком. Давайте посмотрим. Фу, палочка на гвоздь похожа. Так, пинчик. Опять, наверное, гильза или что-нибудь такое. Шмурдина какая-нибудь. А? Ну, конечно. Тюбик от клея, по ходу дела. Точно клей. А, ну и вот, не отходя от кассы, как говорится, снова вот ямка моя здесь была с клеем. Опять 42, 46. Сейчас посмотрим, что там может быть. Пином сейчас постоянно найду. О, паучок, извините, побеспокоили. Ну где? Камушек. А тут что? А. Проволочка. Так, короче, решил я походить вот по этой полянке. Тут был какой-то сигнал. Отвальчик перекинул. А что-то пропал какой-то сигнал. А лопата чистая. Ладно, может, какой-то фантом был. Жарко вообще, невыносимо. Хотя птенечки хорошо. Ладненько, похожу еще, посмотрю, что... Сегодняшний коп еще что-нибудь принесет или нет. А, ну да. Что же ты, может быть, еще? Пробка? Все ясно. Ничего интересного. Хожу, брожу по этой мини-чаще. Наткнулся на сигнальчик. 62-63. Четенький. Показывает, что с окислами. Ну, посмотрим, что это такое. И не глубоко что-то. Наверное, тоже какая-нибудь крышка или что-нибудь такое. Так. Пороемся, поищем. О. Так. О. Это уже что-то. Пряжечка.
Жара. Жара. Вышел на полянку, тут хожу. Какие-то звуки тут вокруг. Уже даже стал подумывать, не шмальнуть ли сигнал охотника, чтобы предупредительный, мало ли живность тут какая бродит. Как-то не совсем по себе. Ну ладно, у меня сигнал тут. 90, 70, 74, 64, 71. Вполне себе монетный сигнал. 82, 77. Ну и где ты, сигнальчик? Так. Пропал. А он тут просто выпал у нас. Так. Что же ты у нас тут? О! Колечко какое-то. Или конинка. Конинка, видимо. Медная конинка. Ну, колечко вряд ли. Конинка, скорее всего. Вот. Надеюсь, вот раз с углом камеры нормально все будет. Все видно. Так, ну ладно. Пойдем дальше. Тут. Так, вышел я на поляну. Надо будет походить, порыскать здесь. Такая хорошая полянка. По виду перспективная. Где-то там вот. Звенит мой комрад. Пойду потихонечку в его сторону. Ну, посмотрим, что здесь на этом поле удастся. На полянке на этой выловить. Итак, ребят, на полянке на этой я наткнулся на сигнальчик. Четкий. Пока что четкий. Копнем, проверим. Тут уже травка высокая. Уже ходить не камильфо. Сейчас посмотрим. Сейчас. Что-то я тут нашел, подожди. О! Красава! Монета. О, не, слушай, не монета. Какой-то. Подвес какой-то. Подвес, медальончик какой-то, да. Нет, нихуя. Непонятно. Как будто без всего. Может, к нему что-то скрепилось? Можешь посмотреть. Ну да. Звуки терки и кукушки.
Ку-ку-ку-ку. Ой, хорошо в тенечке. Че? Здорово. Че, попить хочешь? У тебя хрюкает. А? Че, у тебя есть что интересное? Нет, только одну конечно ушку. Парни говорят. Красивые. По две штуки вытаскивают. Вот такие. Говорит, ну надо такие, наверное, у всех. Я говорю, у меня нету. Попадает в город, думал, блядь, ну вот и у меня теперь есть. Выбросить хотел? Да, давай. Так, народ, у меня села батарейка в камере, снимаю на телефон. В общем, тут был сигнал четкий, хороший. Вот что в итоге я достал. Лежал неглубоко проволочка. Так, ну, пойдем дальше. Вот там комрад ходит. Мы перекусили и сейчас вернулись снова на полянку. Так, ребят. Сигнальчик. Ходил-ходил, наткнулся на сигнальчик. Чётенько. Семерочку отдает. 70. 79. И это шмурдина. Опять поясок от снаряда. Собака. Фу. Так, ребят, сегодняшний коп закончен. Не удалось меня нормально доснять, потому что села батарея на камере. Там пару моментов на телефон заснял и все, собственно. Сейчас едем домой. Машина нагрелась, вообще очень жарко. Сейчас кондей придется включать. Невыносимо просто. Машина покажет 27 градусов, но на солнце все. Не знаю сколько. Очень. Что, а нет, вру, 29 градусов машина показывает. Ладненько, буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока-пока.